Торговля между Казахстаном и Венгрией демонстрирует стабильный рост. Только за первый квартал 2023 года наша страна экспортировала на 38% больше товаров в это европейское государство. В свою очередь, Венгрия за этот же период увеличила свои поставки в Казахстан на четверть. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу Силквей сообщил чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в нашей республике Отто Иван Рона. По его словам, сегодня в стране действуют 32 венгерских и около 40 совместных предприятий в сфере сельского хозяйства, торговли, строительства и горнодобывающей промышленности. Венгрия поставляет химикаты, высококачественные семян, кукурузных семян, электронные приборы, очень многие, лабораторные приборы в довольно большом количестве. В 2022 году Венгрия экспортировала на сумму 196 миллионов долларов. Импортировал на сумму 232 миллиона долларов. Ну, в основном, как я вам сказал, уже нефть из Казахстана. Казахстан и Венгрия, помимо укрепления торгово-экономических отношений, заинтересованы также в расширении культурно-гуманитарного сотрудничества. Оно, по словам главы диппредставительства, подкреплено и тем, что между государствами имеются тесные исторические связи. Стороны активно развивают партнерство в сфере науки и образования. К примеру, в Венгрии казахстанские студенты могут бесплатно обучаться в рамках специальных стипендиальных программ. Государство на эти цели выделяет ежегодно до 250 образовательных грантов. Вот эти программы очень популярные. В этом году на 250 мест подавали свои заявления абитуриенты. Их было 1471. Так что интерес есть. Я только что получил из Венгрии вот список успешных абитуриентов. Их в этом году будет 178. Так что приблизительно в Венгрии учатся ныне около 1000-1200 казахстанцев, молодых, как бакалавриаты, как и на магистратуре, и как и будущие PhD. Отметим, в 2022 году Казахстан и Венгрия разменяли три десятка со дня установления дипотношений. За эти годы страна стала важным партнером Казахстана в ЕС. Между государствами сегодня действует ряд межправительственных соглашений. Они направлены на углубление торгово-экономического сотрудничества, поощрение и взаимную защиту инвестиций.